Чувствуется? Так, ну, проходи, развивайся, так сказать, развивайся. А? А? Как хочешь. Я уже не знаю. Ну, честно, не хочется. Может, я домой пойду вообще? Ты им давай. Все, я уже дома. Блин, черт, что делать? Да. Садись, или ты... Что это Xbox? А? Что это Xbox? Xbox. Ну, это какой? Он очень странной формы. Ну, это предыдущий, там же новый сейчас вышел. Ну, я вообще не знаю, я его в PS хочу. Да, не знаю, я тоже хотел взять PlayStation. Как видишь, не со скоростью. Бардак у меня, конечно, не слушает. Недавно сколько ты вернулся? Нет, давно. Ешь, ешь, не отвлекайся. Прости. Чемодан, да. Тут, блядь, негде вообще поставить ни чемодан, ничего. Это не твоя квартира, типа? Нет, это я так сегодня заехал. Сегодня... По розе в полбе видно, в принципе. Ну да, кстати, от предыдущего владельца осталось. Так, нам бы как-то сесть, знаешь, как, чтобы... Тут еще и картошка. Как у бабушки деревни. Да? Была у бабушки деревни? Да, но... картошку не ела такая? Картошку ела, но не такие вещи ела. У тебя в деревне там не было, что ли, да? У боксмастера? Да. Ну там в километрах, наверное, 10 есть, но не знаю. Ну нет, 10 это, конечно... А где у тебя бабушка? На название. А, понимаю. В сторону Минска. Ты получил... А, все, вспомнил, что хотел спросить. Что? Я же так и не узнал, чем ты вообще... А. Знаешь, ну, в смысле, на кого учишься. На кого похоже. Да. Да. Да? Да. По-моему, вам не видно сразу, нет? Да нет. Просто пошутил. Всегда все угадывает. Серьезно? Бля, я думал, я убежу тебя чем. Типа, ты потому что ты учишь на... Вау! Это картина прям. Сразу видно, давно не ела. Блин, я забыла, я сегодня вообще не ела. Ты что, вообще? Я забыла. Как можно забыть есть? Я когда забуду есть... Во-первых, это невозможно, потому что я начинаю разлиться. Я вспомнила, что не поела, когда ты написала, что я не ела сегодня и ушла в душ. Я такая, ну, значит, надо поесть будет сегодня. И забыла. Потому что сидела с подружкой. И такая, я не поела, давай поедим. Ну, пошли есть, и ты написала, что сейчас уже скоро приедешь. Где эта подружка живет? 10 минут отсюда. Она не живет сейчас там. Где мы будем? Ну, я просто к ним. У парня? Нам. Не вникаем. Но она все равно живет недалеко отсюда, она живет. Ну, вот красная распекает. Да. Если мне память не знает. Такой, типа, не спускаешься в метро? Спускаюсь, почему? Мне просто там пиво становится. Мне что-то в последнее время с вестибулярки. А когда бедности? Главное, не хлюпай. Держи себя в руках. Блин. Это я знаю, ты? Девушек. Я в самолете начала сознание терять. Чувствую. Да. Прям... Подожди, это происходит при посадке или при взлете? Короче, что я взлетел, мы взлетели. Так. У меня полилась кровь из носа. Так. Я потеряла сознание, когда подошла. Ты волнуешься, когда летаешь? Я, да, волнуюсь. Но это не вы. Ну, я всю жизнь волнуюсь, а вот последние 4 полета вот такие были. Потому что я в коридоре, в проходе валялась просто. Меня там с руки вот так вот. Вставай! Дура! Ты видела все, или ты в отключке была? Я в отключке была. Да. Понимаю. Ну, нет, у тебя нет. Это происходит только в самолете, я надеюсь. Нет, сейчас нет. Не придется тебя там откачивать. Не, я постоянно теряю сознание. Постоянно теряешься, да? Угу. Ну, часто не теряй. Ну, пока не теряю. А только сознание, что с тобой сделала? Если бы не поела. Надо было не давать тебе есть, да, получается? Ладно. Очень много зеркал. Угу. Ужасно. Прости. Ну, бля, это жутко. Я не из-за зеркала сюда заезжал. Я тебя вон там даже вижу. Я тебя тоже. Я просто... Вот тут зеркало, вот здесь. Вот это ужас.
Ну, это блядь. Это же жутко. Не ЖК, извините, такой вот дом. Но дом пиздец, мне все говно не нравится. Он тоже жуткий. Бабушки какие-то... Блять, там столько историй у меня было в этом лифте, пиздец. Просто в лифт захожу с другом. Короче, друг становится на место, как оказалось, место собаки. Угу. То есть бабушка заходит с такой огромной собакой и такие смотрят на нас. Ну, собака и бабушка. И бабушка такая... А вы встали на его место. Пришлось, блядь, конечно. Ну, ничего. Куда же без извинений? Перед бабушкой. Перед бабушкой это грех не извиняться. А мне сегодня заходит мама. Она говорит, Ева, нужно поговорить. Mm-hmm. Случилось страшное для тебя. Я говорю, что? Я ехала в лифте, встретила соседку. Я с ней разговаривала, а потом спросила, а ты замуж что, уже вышла? Я говорю, у тебя? Она говорит, да. Она перепутала меня с тобой. Ого. Меня перепутали с мамой. Такая похожа на тебя? Возрастом нет. Я говорю, мама, может, записывай меня косметологом на комплекс. На комплекс процедуры. Я так старо выгляжу. Так, может, наоборот, мама молодо выглядит. Почему ты сразу себя занижаешь? Мама выглядит молодо. Будьте на 20. Покажи. Есть фотка? Нет. Я сразу тебе скажу. Пиздёшь это было или не пиздёшь? Ну, не похоже на маму. Я похожа на папу. Внешне. А, у него такие же длинные волосы. Он рокер. Папа, длинные волосы, сейчас, подожди. Почти. Да? Ну, сейчас. Подожди, тут не хватит. Ну, порнуха, ну, ничего страшного. Я думаю, что ты не видел. Не моя же. Тем более. Ты коллекционируешь порнуху, что ли? Чужую. Что может быть? Извращенка, я сразу вот таких вижу. Страшно с вами вообще общаться. Бедный. Тем более, еще. Досужила. Вот мама. Ну, похоже на тебя прям. Вообще ни одно, ничего общего в одном. В смысле, ничего общего? Ну, он папа. Вообще... Вон одно лицо. На папу ты вообще не похожа, стоит дать. Ты убиваешься? Нет, на маму похожа. Mm. А брат похож как раз на отца, по-моему. Брат на кого не похож, на всех, как будто бы никто. На брат сколько лет? Он старше или младше? Я ему. Ну, по фотке. Ну, младший как будто. Ну, он худой какой-то. Саша. 23. Да? А, ну, блядь, что он пиздюк, что ты пиздюк? Старший, блядь, 2-3 года разница. Два. Ну, два. Два с половиной. Все, ты наелась? Да. На, кружку тебе. Я, наверное, тоже не ела, но смотрю, я выпили вина, бутылку надо. У меня сейчас? Нет, не сейчас. Я уже думал, ты... Неделю назад. Пьянющая. Тогда я была адски пьяной. Тогда меня просто нужно было спасать. Давай так сразу. Ты напиваешься вообще быстро, и ты вообще напиваешься? Или тебе похуй? Давай так, я первый раз пробовала алкоголь в мае. А, охуенно вообще. С того раза я пила. Ну ты такая. Раза 4. Там просто масса тела еще влияет на. Ну я степень. Крупненькая. Крупненькая. Не худышка. Да? Ну как видишь. Ну... Что за это за кольцо? Это было. На днюху. На прошлую. Как тебе объяснить, что? Ну, кольцо. Ну, может, оно что-то значит. Оно значит. Не все мужчины носят кольца на указательных пальцах. Не, ну а как на чем носить? Не на члене же. Не на лезвие, тем более. Ой-ой-ой, преувеличиваешь что-то. Не, ну я скорпион, извини, такие шутки. Меня сандин скорпионе. Да, ну я, конечно же, в этом разбираюсь. Кстати, хотя, меня я тоже не разбираюсь. А, блин, если я не разбиралась, я вообще ничего этого не понимаю. Все понятно. Не, ну я смотрела натальную карту, что смотрела и что. Уже она мне что-то дает. Слушай, а ты хрюкаешь всегда, когда смеешься? А когда что еще делаешь, ты хрюкаешь? Только когда смеюсь. А, и все, да? Да. Мало вдруг у тебя какая-то особенность везде проявляется. Нет, только когда смеюсь. Понятно. И что тебя это... Никак? Не тревожит? Ты психиатрию не из-за этого пошла? Нет, мне вообще все равно надо. Хрюкаю, я никогда не замечаю этого. Просто обычно в психиатрии, насколько я знаю, нет. Ну, когда вот у тебя какие-то проблемы, там мужик бросил, там ты разведёнка. Ну типа я такая, типа меня бросил мужик, я такая, пойду в медицинский, я сучу 6 лет, и еще 2 года в психиатрию. Ну, не обязательно идти. И типа такая, просто меня бросил мужик. Не обязательно иди в медицинский. Психиатрия только в медицинском.
И психотерапия. Психолог это говно, это ничто. Психотерапия, почему? Можно пойти отучиться в этом. Нельзя. Курсы есть специальные. Ну и ты будешь психологом. Нет, там есть разные специальности. У меня была знакомая, психотерапевт, которая там училась. Только медицинское образование. Только. Все, что остальное, это подзалупная херня. Да. Это все, что все остальное, это то же самое, что сказать, что я маг в третьем поколении. Мы не уважаем таких. Ну, зеркало меня, конечно, жутко пугает. Чем? Ты боишься, что оттуда вылезет? Что? Нет, просто зеркало это странно. Ну, это не то, что страшно, это просто странно. У тебя фобия какая-то? Нет, просто это странно, что очень, ну, типа, ты вот представляешь, что тут жил человек, и он такой, я хочу... Ты думаешь, зеркало подожди... запоминает человека? Нет, нет, просто представляешь, что тут жил человек, и такой, я хочу, чтобы у меня на стене висело зеркало. И он такой, поставил, повесил зеркало, и говорит, маловато. Зеркальный шкаф. Маловато. Поставил сюда зеркальный шкаф и такой, что-то не то. Повешу ту полку! Слушай, ну зеркало, оно увеличивает визуально пространство? Увеличивает пространство. Не мне вот кажется, такое. Что... Оно должно быть во всю стену, чтобы увеличить туда. Ты вообще охуяла бы, если бы вообще... Да, ну как это зеркало увеличивает тебе пространство? Вон, отражаемся 25 раз. Два раза, вернее. Жесть. Ну, и такое, вон ту полку все равно не хватило, и вон то появилось. Так еще вон на входе, если ты не видела. Ну там можно описать. Там понятно почему. Но вот это... Ну... И вон те бабочки. Бабочки, это вон ёбаемся, ты чё? Это же вообще тема. Не шаришь просто за бабочки. За бабочки, ну, слава богу. Вырастешь, когда поймёшь. Когда у него 68? Ну, например. Не скоро. Всего 20, 40 лет. 27. Ой, 47. Ты что, уже перепила, что ли? Ты первый перепутал. Сколько там, подожди? Ты первый перепутал. Сделал, ты первый перепутал. Ты первый перепутал. Нет. Да, ты сказал, сколько там, 20? Я показал. Потом сказал, 40? Я пояснила, что не 40, а 27. Все, все, все. Давай вдохнем глубоко. Выдохнем. И больше не пьем. Не, ну я так чуть-чуть. Я вообще не люблю зиму. Зачем ты? Несмотря на то, что у меня там 4 бутылки вина стоит. Это оно, понимаешь, накапливается. Такая история. Конечно, конечно. Ну, реально, я не пьющий человек. Я тоже. Охуенно. Так и чё, когда почему ты там пьёшь вино с этими, если мы оба не пьющие? Ну, потому что атмосфера. Смотри, пляж. Почему у нас сейчас эти обои? А чё ещё, подожди? Чё тебе ещё врубить? Бабушки с дедушкой приезжаешь, они включают, у них всегда видят какое-то видео. Ну, разные видео, есть какой-то чувак, да, он живет в Адлере, наверное, где-то там. Он просто выходит каждый день и снимает людей на пляж. И хоть говорит, людей... Делает. Нет, он просто идет видео снимает, говорит, людей сегодня много, смотрите. Так, посмотрим, и сколько здесь... Да, ну такой, и он кладет каждый день видео, идентичное просто нового дня. И моя бабушка, дедушка это реально смотрит, это выглядит примерно так. Просто видео. Да, ну еще. Ну, у человека такое хобби, кто-то, блядь, марки собирает. Он видео каждый день снимает. Ну, более странное хобби моих бабушки и дедушки, что они смотрят. И они говорят, ну посмотри, сколько там людей? Они каждый день это смотрят, как Дом 2, типа? Не знаю. Я, ну, когда я была, смотрели часто. А ты смотрела, а где скидывали? Нет, они просто, я просто спускалась утром, типа, со второго этажа, а там вот это. Что, у тебя психотравма? Да. Как тебе легко расстраивать? Я просто не знаю, зачем просто такое что-то включают люди. Ну а что еще? Не порнуху же включают. Ну, а у тебя есть что-то больше, кроме порнухи в голове? Как будто только о ней говорю сейчас. Ну как будто бы да. Да, когда в последний раз я сказал. Когда трэшут как это... А что, у тебя там порнуха? Подожди, ну помимо вот этого я где-то еще упомянул порнуху? Да, про мои фотки. Ну как-то развратно, потому что... Я? Я здесь при чем? В чем? Ты сама начала прятать фотографию. Что там закрыло-то, подожди. Что-то есть? Там футболка. А, ну вот я про нее и говорю. А что с футболкой? Ты что, обратил внимание на футболку даже успел? Подожди. Вот на нее я не обратил внимания. А, все понятно. Стань. Развратница. Ну какая развратница? Это футболка такая. Подарили. Конечно, подарили. Кому дарят такие футболки вообще? Может, у тебя не только футболка такая еще? Не, только футболки. Только футболки? Угу. Тебе только футболки дарят, короче? Да. Понятно.
Ну, типа. Ну и вообще, вот ты сидишь на Твинби. Ну, как я сижу? Я вчера зашла туда первый раз, по-моему. А, да? Ну, как бы, я заходила туда в марте, наверное, где-то, и вот вчера зашла, потому что я была здесь, и мне было скучно. И мы с девочками смотрели анкеты мужчин. И что, вы там обсуждали, да? Кости перебрали или как? А что мы еще можем делать? Мы же девочки. Не, ну это я понимаю, но... Как-то ж можно разнообразить, блядь, этот процесс. Что у всех одинаково. У вас все фотки одинаковые. Вот это надо разнообразить. Разные у всех фотки. Ага. Ну вот открой ты мне сейчас. Че там? Миллиард переписок уже? Нет, миллиард лайков. Миллиард лайков? Да. Ну покажи. А здесь фотки развратные какие-нибудь? Нет, конечно. Сейчас подожди, мне надо сделать. Мне просто интересно, в 20 лет их делают вообще? Нет. Просто в 30 делают уже. И что такое? Беседа с девочками. Пиздец. Сейчас. Всех пролайкать обязательно, да? Да. Да что ты? Ну вон. Ну они просто не листают. 99+. Где там, подожди. Вон, видишь? Да это хуйня. У меня отлично геолокация. Ну это все. А что ты, ну... Ну, там есть пару диалогов, пару диалогов. Что, ну, блядь, знакомишься ты, это нормально. Ну, нет, просто я, ну, зачем их считать? Нет, на самом деле, там просто странные диалоги. Ну, мы просто лайкали все, ну, не всех. Типа, там были не только мои фавориты. Ты знаешь, как я вот... Знаю, что девушки, во-первых, любят обманывать и не договаривать. Я вообще не обманываю, типа, ни в чем. Сейчас пока ни в чем. Слава богу, хочешь... Мне не 17. Уже, ну да. Да. И как ты вот ощущаешься в 20 лет? Ты уже такая типа взрослая, такая... Как? Дерьмовенько. А что не так? Я что-то думала, что у меня как-то иначе жизнь будет складываться к седьмому году. Что у меня... Например? Не знаю. Ну, я не знаю, у меня были какие-то амбиции, планы, что у меня там были уже понимание чего-то, будущего какого-то. А у меня ровно ничего. Понимание, типа, ни карьеры. Это нормально. Какое огромное окно. А, оно не открывается? Не, я просто подумала, что оно открывается. Да, ну там просто увидела ручку. Не, мне кажется, оно к этому окно относится. Я думаю, я даже просто окно... Что, разъёб? Я не люблю такое. Иди нахуй. Я подумала, что идеальное окно для суицидника, если оно открывается. Тут можно с рыбкой улететь. Ты уже начала визуализировать, да? Да, свою мечту. А у тебя есть такие мысли? Сейчас? Нет, сейчас давай без этого, без таких мыслей лучше. Какие у тебя сейчас мысли? О чем ты думаешь? Что я бы выключила твою штуку. Она меня отвлекает. Нет, выключи. Будем молча? А, эту хуйню? Ты, блядь, давай пересядем. Я сяду на твое место, ты будешь смотреть на эту хуйню. На еще больше зеркал? Давай. Такая, я хочу видеть... А, там еще шкаф зеркала! Да я говорю, здесь пиздец. Просто. Нормально. О, нет! Оно еще и там! Ну, как ты хотела. Это просто убийственно. Но зато можно смотреть на себя с разных ракурсов везде. Здесь. Вот тут встать и увидеть все. Ну, кстати, вон в то зеркало неприятный. То есть, вот ты видишь туда. Да, заебись, видишь. Ты что-то уже это... Чуть тебя вылезло, слушай, на попе, офигеть. Не на попе, ты на ногах. Нет, это на попе почти. Ноги. Почти на попе. Это ноги. И что? Кровать. Надо туда ставить твою. Ну, вот это. Винишку. И что, вот, а какие цели у тебя вообще? Цели? Да, то есть ты хочешь просто потрахаться? Или ты хочешь найти парня до смерти? Я тебе говорила, что я не хочу просто потрахаться. Сколько у тебя там взяло? Твоя улыбка сдает постоянно. Ты... Что, ты куда сдает? Что я хочу просто потрахаться, по-твоему? Тебя сдает. Что я хочу просто потрахаться, она говорит, типа? А что, нет? Нет. Ну хорошо, а что помимо секса ты хотела бы? Так я его знаю, я вообще не знаю, что я хочу на самом деле. Типа ты я... вообще не определённая, да? Типа, да, такая? Вообще. Где ты надо? Да. Когда ветерок подует? Не, не настолько. Не настолько понятно. Не, не знаю, типа, что я хочу. Вообще не, ну, понятия не имею. Типа я вообще, когда регистрировалась там в МАСе, мне прям было очень хотелось отношений. А что такое для тебя отношения? Ну, не свободные отношения, мы с тобой это тоже обсуждали. Ну, типа, не то, что можно всех потрахивать, но якобы любить меня. Ну, ты не любишь, короче, разных мужчин, ты хочешь с этим. Нет, да. Вот. Ну, это можно понять, если у тебя, как ты говоришь, было всего три парня за всю жизнь. У меня было всего три парня. Я с первым встречалась
Сейчас скажу сколько. 3 года. Это было в раннем детстве? Ну, с 14 до 17. Со вторым встречалась еще 2 года. И ну что, когда я бы успела? Мне 20 сейчас. 14 плюс 5, сложи. 19. А потом у меня еще был... Математика была. Недолгие отношения. И что в этих отношениях было? Ты прям жила с парнем? Ну, последний, да. Прям жила с чуваком, да. И... Ну, мы встречались 4 месяца, но я с ним жила, да. Рано переехала. Да почему? В смысле, 4 месяца это рано? Я переехала через неделю 2, по-моему, после того, как мы познакомились. Это нормально. Ну да, отлично. Тогда да. Так а что, полторы недели? Ты уже пиздец, как дохуя, я тебе скажу. А, типа, нужно переезжать раньше? Просто чем ты старше становишься, тем у тебя сокращается срок куда-то. Ну вот, короче, так. Там такое, это аккуратно. Ногами. А тут такая активная прям у тебя. Да, у меня есть некая гиперактивность. Надо ее куда-то взбодривать. Ну, так я сейчас просто устану и спокойно. А чего ты устанешь? Что я сижу? Не, у меня просто то прилив сил, то отлив, то прилив, то отлив. Когда у тебя прилив будет следующий? Ну, пока он не отлился. Надо пользоваться моментом будет. Пока он не отлился, я прилив сил, энергии. А, еще не отлился? И что ты с подругой делала, подожди? Сидела, разговаривала. Она меня еще простебала жестко. Ну, счет чего? Она мне написала вчера. Нужно... Сейчас, мне нужны твои фотки. Голые? Нет, просто мне нужны твои фотки. Я написала ей, типа, сюда скинуть разных. Она сказала, нет, распечатать одну. Много. Я распечатала, а дала это сарказм. Я реально распечатала 30 свои одинаковые фотки. Нахуя? Ну, я думала, что ей нужны. Пусть она бы распечатала. Скинула бы ей просто фотку. Она просто меня простебала. Она просто, ну, типа, пошутила, что нужно распечатать одну. Она сказала, да, нужно скинуть. Типа, я спросила, мне нужно сюда сейчас скинуть много своих разных фоток. И она написала, нет, распечатать одну. Я подумала, что, ну, реально, типа, ей нужно распечатать одну, мою одну фотку. Я распечатала, а она сказала, что я, это был сарказм. Теперь у меня в сумке 34 мои одинаковые фотографии. Ты мне их принесла? Нет. Просто я их просто ей принесла. А подожди, она... Ну, типа, ты потратила деньги на это, да? На распечатывание. Она такая, типа, да я просто... Она поугарала, мы поугарали, и сказала, ладно. Раскидаю по всем кошелькам папы. Ты любишь, а, ты... Они маленькие такие? Такие. Ну, типа, инстаграмные? Ну, да. Хоть рост? 176. Такие ноги, блин. Такие прям. Я сейчас уйду. Я сейчас уйду, реально. Зачем? Ты назвал мои ноги вот такими прям. Ну классные. Это комплимент делаю просто. Показываю ногу. Ты решаешь за комплименты, я тебя понял. Я думал, вот такая нога. Я думал, 20 лет шарик. Не, ну реально, я думал, 20 лет уже понимаешь, что такое комплимент. Когда делают вот так вот руками и говорят, ну вот такие прям. Слушай, давай, все, давай начнем с того, что я чуть-чуть непростой человек. Все люди непростые. Нет, не все. Насколько ты непростой? Что в тебе сложного? Ну, я раскрываюсь, во-первых, вот как эта роза, которая там стоит. Ну, подожди, меня все очень сильно здесь смущает. Тебя все смущает вообще, ты какая-то смущительная. Ну, очень странные шкафы с зеркалами, извините. Ну, блядь, ну подойди, постучись туда, спроси. Я не боюсь зеркал, просто это выглядит... Просто, типа, у человека, видимо, были проблемы с головой. Ну... У всех проблемы с головой, даже у тебя. Блин, я надеюсь, что это не ты вешал из зеркала, я не потеряю. Не переживай, это был не я. Нет, у всех есть проблемы с головой, но это какая-то дикая. Ну хорошо, но смотри, вот ты можешь трахаться рядом с зеркалом. Так в том-то и дело, что они расположены максимально не так, чтобы... Ты можешь везде трахаться. Это намек, понимаешь, что ты можешь всю жизнь разнообразить не только на кровати, а поставить рядом с этим... С чемоданом. С чемоданом, потом у прихожей. Потом вот здесь, на диване, потом на кровати. Ну, ну блядь, такое, знаешь. Просто ты мыслишь однобоко, понимаешь? А это многогранность. А ты мыслишь однобоко в сексе? Типа, что раз это здесь есть, значит здесь нужно потрахаться. Ну, это логично. Типа, ты думаешь, зеркало для того, чтобы рядом с ним трахались? Ну, я предполагаю. Ну, хорошо, ну, блядь, предположи чуть лучше. Зачем мы не сделали это? У человека были проблемы с головой. Ему нравился весь этот шик из зеркал. А ты думаешь, что... Не, ну что, в 2000-х это было модно, зеркала, ну, так бабочки... Ну, это ремонт явно не сейчас сделали. Ну да, я и говорю.
Вот это лакированные фасады, это все очередное, да. Вот это вот прекрасно. Вот это туба. Да, да, это вся рука. Интересно. Ну ты можешь закрыть глаза и представить, что ты в другой квартире находишься, например. Может, тебе это поможет как-то. Не, мне нормально. Если бы не зеркала. Просто меня. Это не то, что страшно. Это странно. Слушай, я понимаю. Как ты спишь здесь? С закрытыми глазами. Нет, я бы просто ложилась спать, и я думала, зачем это сделали люди? Что было у них в головах? Мне буду думать о своей жизни, да, о своей самореализации. Да, я буду думать о... Ты думать о зеркалах, и зачем их положили. Почему-то шкаф типа сделали прям на заказ в эту комнату. Ну, чтобы ты пришла, и я обосрала это все. Вот ради этого как будто сделали. Да, я мразь, конечно. Да пиздец. Как меня земля носит. А вот за такое отшлёпать надо. Тебя. Нет. Да? Нет. Ну, как ты хотела. Ну, вот так вот. Так оно и происходит обычно. Думаешь, просто так шлёпают? Шлёпают за что-то. Как наказание. Да, но чтобы пошлёпать, ну, как бы, знаешь, там, нужно согласие на это, все такое. Слушай, ну... Не всегда, когда тебя наказывают, ты соглашаешься на это? Не знаю, я всегда соглашалась. А, да? Ну, типа, меня любишь, когда тебя наказывают? Нет, когда меня родители наказывали, если я не хотела, то тебя наказывали, меня не наказывали. Сейчас, я про родителей. А я нет. А я да. Я про более взрослый мир уже, знаешь? Ну, я тоже. Я заметил, да. Когда ты последний раз была где-нибудь вообще? Ты вообще путешествовала или ты такая? Конечно, путешествовала. Сейчас не особо, сейчас только что все видела. И как? Понятно. Лучше не спрашивать. Ну, девочкам в Турцию ездить как будто будет противопоказано. А ты считаешь, что ты женственная? Нет. Ты не женственная? Нет. А какая ты? Обычная. Обычно. Ну а что ты, что значит женственная? Ну типа я? Ну, женственная. Ты себя так ощущаешь, ты. Ну, типа, я не питаю, не излучаю эту женскую энергию, что я иду на меня смотреть мужчина, все вот это, там, осанка. И ну и под настроением. Угу. Типа, я могу ходить и в платьях невероятных, и юбках там. Могу и похлеще, чем сейчас по мужскому одеться. У меня там пол гардероба из мужского лайма. Ну, джинсы с вырезами на попе это не мужская. Это женский лайм. Это женский лайм. Ты специально делаешь, чтобы меня удивить? У тебя слишком большая самооценка о себе. Почему? Типа, чтобы я хоть кого-то хотела удивить. А как? Нет, просто я в них хожу. А других нет? Ну, у меня, кстати, джинсы, ну, просто другие мне не очень нравятся сейчас. Ну, у меня две пары джинсов, ну, а другие у меня... Из мужского лайма. С карманами такими много, широкие. Не-не-не. Не хотелось надевать сегодня всю. Ну прикольно. А ты летом ходила в юбках, в платьях или в джинсах тоже всегда? В шортах и в платьях. А. Ну видишь, а ты говоришь, что ты не женственная. Ну шорты у меня вот такие. Ну я вообще хочешь покажу сейчас себя летом? Ну давай. Ну мои шорты. Давай. То, что я там такого увижу. Я просто не знаю, что можно. Там просто хер знает, что можно увидеть, реально. Mm. Мне лучше такое не видеть, да? Психику. Ну, не типа хочется. Вот так вот. Ну понятно. Ну да, не очень привлекательно. Ну да, как бы. Мягко говоря. Как бы. Если бы я еще что-то знала, где он меня здесь. Как бы вот так вот. Mm. Так что это типа, ну, процентов 90 лета. Mm. Хотя. Секс вообще в жизни присутствует? В данный момент. Ну, допустим, в данный момент. Нет. Почему? У меня нет молодого человека, а который я буду спать. Он с женой. Ну, любовь на самом деле должна быть всегда. Ну, вот. Ты в курсе, кстати, что в любых взрослых отношениях есть твоя любовница? Мне такая? Все равно. Это пока что тебе все равно. Пока ты молодая. Потом, когда ты вырастешь, кого-то, возможно, влюбишься, у тебя будет там... Всякие там отношения, семья, дети, возможно. Ну, если до этого дойдет, то через время, через лет 10, даже нет, через лет 5, а может через 2 года, у каждого по-разному, мужик начинает задумываться. Да? Ты нормально, если чувак будет трахаться еще с другими девчонками? Ну, если я с ним не первый год вместе, то да.
Ни второй, ни третий. Если первый, то это бред. Ну это бред уже. Это какая-то некая чушь. Почему некая чушь? Ну а что это еще? Ну это прикольно, это же разнообразие какое-то. Нестандартное. С первого дня? Типа, знаешь, мне уже нужно разнообразие. Так ну прикольно, смотри. Нет. Вдруг он такой вот активный, что вот сразу вот такой раз и захотел новую девчонку, например. Ну, тогда ему не по пути со мной. Не по пути, думаешь, да? Ну да, не думаю, а прям знаю, знаешь. А ты не любишь секс? Просто обычно, когда ты что-то любишь, ты это делаешь. Вот ты любишь сладкое, например? Нет. Ты не ешь сладкое? Молодец. Я один раз пытался отказаться от сладкого, 2 месяца его не ел, потом иду такой в магаз. Смотрю на ММДМС. Ешь. Не, не ела, уже не ем. А, уже ешь? У меня организм не принимает такую диету. Так, конечно, зачем насиловать себя? Ты садомазу, что ли? Хотела стать вегетарианкой. Не получилось. А что пошло не так? Типа, ну 3 месяца, это большой срок. У меня капилляры полопались, синяки были адские, просто из-за того, что я так не трогала себя. Так, может, это адаптация, как они там говорят? Нет, у меня просто вы железо должны очень пройти низкое. Период чистки. У меня просто очень низкое железо. И мне нужно есть мясо. Так пей просто железо, витамины. Это оно не работает. Не? Ну, кстати, я часто почему-то от девчонок слышу, что у них там... У всех девчонок низкое железо. Да. То есть очень низкое, есть не очень низкое. Это что, с чем связано? Потому что у девушек есть месячные. Потому что у мужчин железо из организма никак не выводится, а у девочек с месячными выводится. Понятно. Ну я знал на самом деле. Просто решил твои знания проверить. Конечно. Что, думаешь, я не знала, да? Ну, то есть я знаю. Что девушек есть месячные, наверное, не знала. Нет, в этом точно. Просто железная регуляция железа в организме не факт. И что железо через пищу почти не усваивается. Его если лечить железо дефицитной анемии, только внутривенно. Капаться. Я не могу прокапаться, мне сюда не дойти. У тебя железо сейчас нормально? Нет, у меня 4. Показатель. А должно быть? 160. Что-то как-то дохуя должно быть. Ну это перейти. Должно быть, да. Короче, ты сейчас ёбнутая. Или нормально? Подожди, а как это с железом связано? Ну, в целом, как это ж может связано? Ну, потому что если у тебя недостаток хоть чего-то в организме, это на чем сказывается? Ну, на силах. Ты слабая, конечно. Ну, не, ну, типа, я устаю часто. И мыслительный процесс немного затормозил. Я обычно умнее и смышленнее. Ну, звучит так, как будто ты пытаешься мне понравиться. Посмотри на меня. Ты думаешь, мне и... нужно кому-то нравиться? Ну да. Зачем? Я все знаю, ты твои желания, твои цели. Вот. Но их нету, и поэтому я нормально. А ты не боялась, что я там какой-то извращенец, что я там только секса хочу с тобой? У меня черный пояс по карате почти. Где-то у меня красно-черный пояс по тхэквондо. Ну, проверим. В детстве был до 16 лет. У меня еще первый юношеский по шахматам. Как это должно помочь? Просто я тебя морально унижу. Морально унижу? Ты что, это госпожа, что ли? Или как это там? БДСМщица? Морально унижу, это имеется в виду, что я чуть буду умнее в этом плане. А, я тебя уже... Черный-красный, это типа черный... Что? Красно-черный пояс. Красно-черный, это типа красный. Это почти черный. То есть это красный с черными полосками. Это мне не хватило. Что у вас идет? Как у вас идет градация? Бля, ну я уже. У нас просто белый, желтый, зеленый, красный, синий. Вот, без полосок. У нас белый и черный. Белый, бело-желтый. Ну потом вернулась, потом снова закончила. Это типа мощно, у тебя ноги накачаны. Да. Вот так типа? Класс. Сейчас как пьемел. У нас есть сила удара. Просто из такого положения. Каратистка должна все уметь. Кстати, у меня была... Да, я вижу. Прикольно. Так это талант, наверное, нет? Это же монтаж. Ты что, ёбнулась? Там было видно, что это монтаж. Зачем монтировать живой кадр? Это бред какой-то. Да не, у тебя просто это... Это не Таиланд. Че я говорил? А, девчонка 17 лет. Каратистка была тоже у меня одна. Хорошо тебе. Это какая из 100 по счету? Скажи, пожалуйста, это одна из первых была. Из 100 плюс. Одна из первых, поэтому я ее так запомнила хорошо. Не, ну, кстати, прикольная была девчонка, и мы познакомились с ней в интернете. Блядь, тогда ВКонтакте были группы, короче. Я типа,
девушки Москвы или что-то типа того. И у нее там была страница уже в этом паблике, и я через эту страницу ей написал, типа, привет, классно выглядишь. Тебе было 14? Почему? Мне было 17. Где-то. Да, 17. Типа это было 10 лет назад, по-твоему? Угу. Ну да, может быть. Так да. В 11 лет такое могло быть в моей жизни. 11 лет. Ну типа я пытаюсь понять, ну типа, как будто бы ты так сказал. Ну, мне почему-то казалось, что это было более давно. Нет. Все вот эти вот ВК знакомства, все вот это. А ты какого получается года? Третьего. Блядь, пиздец. Третьего, блядь. Я этого века, представляешь? Тройка нахуй какая-то. В отличие от тебя. Да, это жестко. Третьего. Mm-hmm. Ну, такие вот. Такое время, да, все движется, видишь, все растет, все развивается. И девочки третьего года тоже растут. Я вижу, да, пиздец растут. Вымахло как, ох. Да, высокая. Так и что, тебя привлекает мужчина с бородой? Это что у тебя за фобия такая? Фобия? Не фобия, слово вылетело. Давай, думаем, что за фетиш. Фетиш, правильно, на их ударение. Я всегда фетиш говорю. Это французское слово. Я французское, не только на последнее. Ну я хуёво француз. У тебя разве не указано, что ты говоришь на французском? Или ты говоришь на английском и испанском, тебе указано? Где? На анкете. Ты перепила? Нет, мне сейчас сказала, что у тебя на нескольких языках указано. Я ничего не указано там. Рост указан. Эх точно. Ты. Точно указан рост и указан знак зодиака 100%. Да, знак зодиака указан, рост тоже указан. Так, так и жарко. Что, вот мужчина бородатый получается, это что у тебя за... Да блин, это так, если повезет. Не, у меня просто нет какого-то типажа, там, что меня заводит, что меня привлекает. Серьезно, ты не поняла еще, что тебя привлекает прям? Да блин, ну вот я говорю, мне безумно сильно нравятся, вот, знаешь, такие большие бородатые дядьки. А. Со светлые, с рыжей бородой такой, рыжий мне нравится. Пипец. Ирландцы. Ну такие викинги, знаешь, такие скандинавы. Я сейчас нихуя не скандинав. Ну, у тебя рыжая борода, я здесь из этого и лайкнула. Ну, у нее есть, конечно, примесь. Ну, это такая славянская трехцветная борода. Рыжий, седой и русый. Седой. Ну, это скоро будет. Светлый этот рыжий и... Так, не надо мне, скоро будет, блядь, скоро ты постареешь. Ну, сколько тебе, 27? Мне недавно было 18. Я себя чувствую дедом, который соблазняет малявку какую-то. Недавно ему было 18. 10 лет назад почти, дорогой. Пиздец ты, блядь. Загоняешь меня в какие-то эти, в депрессуху. Да, я некая мразь, извините. Второй повод, чтобы тебя шлёпать. Вот дойдешь до третьего, приступим к практике. Это будет как в твоих мечтах, дорогой. Да почему же в мечтах? Все можно реализовать при большом желании. Мечтай. Так, что я рассказывала? Почему я должен мечтать о том, чтобы тебя пошлёпать этот эбло, ты мечтаешь себе грязных фантазиях? Конечно. Так что это... А, мои фантазии, не фантазия. Вот, уже пошла. Уже пошел процесс, уже начинаешь... Мои фетиши, да? Фетиши? Не говори фетиши, ну это пиздец. Подожди, мы грамотное общество. Валет... Вальтом или валетом? Ну вообще валетом, но я не играю в карты. Вообще валетом, это ты сказала, потому что... Вальтом звучит более правильно для тебя? Нет, потому что я знаю. По-моему, вальтом. Хорошо, тортом или тортом? Я всегда говорю тортом, и я знаю, что правильно, и не надо мне говорить, что так никто не говорит. Почему я так говорю? И банты еще. И зонты. Банты, ебанты. Угу. Зонты, да. И еще не балуешь, а балуешь. Ну, может быть. Но это я уже понимаю. Это 100% не надо говорить. Может быть, я знаю. Молодец. Что еще? Что мне привлекает? Да. Да вот я всегда говорила, я вот, меня мама спросила на Новый год в прошлый, что я хочу? Я говорю, мам... С мамой живёшь? С родителями. Ну и собак. Ну и с папой, да. С собакой, я говорю. Собака тоже есть, да. Ну типа, просто говоришь с мамой, я просто с родителями говорю с собакой. Нет, просто, ты говоришь с мамой, я говорю с собакой, ты говоришь, ну и с папой, да. Ну типа, нет, как будто ты плохо относишься к своему папе. Потому что я говорю, ты говоришь с мамой, живёшь, я говорю с родителями, такой, с собакой. Я говорю, с папой. Да, типа, да, и с папой. Собака не мой родитель. Вот, ну, короче, что я рассказывала? А, вот, я мама спрашиваю, что ты хочешь, что тебе подарить на Новый год? Я говорю, мама, вот такого и рыжего. Моя мама говорит, что за бред? Что за бред-то? Она говорит, так вот. Вот, и мы потом поехали в магазин, встретили такого мужика, мама сказала, этого не... почему в Новый год поехали, типа нам нужно было бы что-то купить для салата. Mm-hmm. Ну, короче, так вот вышло. Я всегда говорила, что мне нужен этот викинг. Но просто мой молодой человек далеко не викинг.
Так что я не знаю. Я тебе открою большую тайну, всегда будет так, что ты будешь встречаться в итоге с теми, кто тебе кто не подходит под твой типаж. Вот я а тот, кто подходит под твой типаж, на тебя будет класть хуй и не будет с тобой встречаться. Ну это похер. Да? Ну я говорю, что у меня нет типажа такого. Ну типа да, вот я скажу, но я когда вижу этих, то, что я представляю себе в голове, это вот Крис Хемсворт, только рыжий. Когда я описываю эту вот картину. Не шарик, что ты? Тор. А, понимаю. Когда я описываю эту картину, я представляю его в голове. Но всегда, когда я вижу этих вот этих вот рыжих больших мужиков, это вот как будто бы он только что выпил пиво и поиграл в доту. Ну да, так и есть. Типа, поэтому мне все равно. И поэтому я не знаю свой тип, ну типа типаж внешний не знаю. Ну у тебя было, ты говоришь, три парня. Ну, все разные. Первый был в молодости еще, пиздец это, да? Да. Второй еще был... Еще старше, чем ты. Нихуя себе. Давай идем дальше. Так ты вообще, получается, любишь, да, постарше? Ну, абсолютно. Насколько ты любишь постарше? Ну, типа, насколько максимум? Чем старше, тем пизже, типа. А что тебя в этом привлекает? Просто я реально замечаю, что в большинстве случаев молодые девочки выбирают парней постарше. Ты что, боишься, что я тебя трогаю за колено, что ли? Да нет, просто... Ты просто в тот момент не то, что ты его трогал, просто положил за руку, и она у тебя там лежала. Ну, я тактильный вообще человек, я просто я не проявляюсь. Я просто не проявляюсь пока еще. Ну, пока еще интересно звучит. Бля. Yeah. Что я хотела сказать? Может быть, что-то включим, где будет речь какая-нибудь? Это же YouTube у тебя? Ну да, что тебе такого включить, чтобы была еще речь? Пиши Агата Кристи. Ну нет, только не... Нет, хуйню я не хочу смотреть. Ты знаешь? Ё-моё. В смысле, я знаю такое имя, но... Ну это вообще музыка. Ага, нет, ну это музыка, но я не про музыку. Ну, кстати, я обожаю эту группу музыкальную. Да? Что еще ты обожаешь? А есть что-то вот не из того, что типа просто. Это же просто кошмар, это вот на автомойках такое включают. Вот это релакс. Вот оно всегда на автомойках. Ты подрастешь, тоже будет. Вот ты сидишь на автомойке, ждешь машину, и там вот это играет. Ну, ничего страшного. Откуда у тебя машина? Типа, ты сидишь на автомойках просто. Машину мою. Чью? Мою. У тебя машина есть? Есть. А что ты не на ней приехал? Не хочу. Я недавно въехал под фуру, ладно, вот это главная причина. Пиздец. Хочу езжая послушать. Папа пока не починил капот мне. Тебе доверять, короче. Не, хорошо вожу, я прозвучнула. Что? Реально? Да. В пробку. Куда ты? На пары. Пиздец. Я вот, да, ехала на пару, снова в пробке, въехала по фуру. Больно было? За машину очень. Но фура даже не заметила, что я в неё въехала и уехала. Чё, серьёзно? Ты можешь чуть-чуть просто ёбнуть? Да, ну чуть-чуть. Ну, капот вмят. А, нихуя не чуть. Обидно. Да. А папе так обидно. Теперь это всё. Уебала папину тачку, нет? Ну, ты... Папину. Папа другая. Сейчас. Вот нельзя тебе за рулем сидеть. Почему? Как ты еще не поняла? Я уже, знаешь, вижу закономерность. Вот молодая девочка, руль, это все, крест, нахуй, сразу нельзя вам давать. О боже, пошло. То же самое, что и самокат. Ой, а еще нам нужно готовить так. Борщи на кухне. Ну, почему? Боже, больше всего куда вредно, я попала? Я моя любимая еда, борщ. Да? Умеешь готовить? Или ты любишь просто есть? Любимая еда, которую я люблю готовить? Или любимая... И которую я готовить, и есть люблю. А, так, и чё? Чё ещё люблю готовить? Ну, я больше кондитерской люблю. На самом деле, кондитерку готовлю. Мучное вредно. Я готовлю у неё. Ну, у тебя недавно много... Ты готовишь кому-то? Думай о здоровье других людей. Они были рады. Не мог есть. Мало ли вдруг. Самая верующая. Это сарказм, я так понимаю, да? Просто я вообще, ну я верю в то, что по-любому мы не одни, во-первых, во Вселенной, в галактике в этом. 100%, уж куча созвездий. А во-вторых, что то, что у нас мозг ломается от непонимания того, что мы не знаем, как все началось, и что было до этого, и почему это вообще все есть. Большой взрыв был, образовалась вселенная. Блять, большой взрыв из чего был? С хуя ли он был? А в чем он был? В
каком пространстве? Подожди, ну а ты к какой теории больше всего склоняешься? Да никакой, я склоняюсь к теории, наверное, к что такой... Что пришел такой дядя такой, я создам первого мужчину. Нет, ну, блядь, вот есть... Сделаю ему женщину. Есть искусственный интеллект. Возьму-ка я у него ребро. Блядь, что это за хуйня? Ребро какое-то. Смотри, есть искусственный интеллект. Вот сейчас мы придумали, да? Вы? Есть люди придумали. Угу. Есть люди. Угу. Есть... то есть люди это, получается, создатели искусственного мира, в котором чуваки живут. Да что ты? Меня бесит, что пятна остаются вот эти вот круги. Короче, блядь, что я хотел сказать, что для... Для игры, которую вы сейчас какую-то создали игру с искусственным... Типа Симса, ну короче, я какие-то рилсы смотрел, вот что такое видео. Типа Симса, только... Нет, рилсы о другом. Что у тебя? Рилсы о другом. Нет, ну у меня разные рилсы. Типа с технологиями связаны тоже, в том числе с технологиями связаны. И короче, суть в том, что... Прикольно сидеть, девочки. Меня отвлекают. Сделанные. Ну... Ну это хорошо? Факт, во-первых. Факт. Почему факт? Потому что... Не понимаю. Ты прям шаришь за сделанные сиськи? Да. А у тебя сделано, да? А ты вообще, у тебя... Вот у девчонок есть комплексы по поводу груди своей, интересно? Ну, не будет. Да? И ты прям думала, вот, блядь, вырасту, будет мне 18 лет. И я себе по-любому вставлю в эти силиконовые, буду как сучка ходить. У меня другие были. Планы. Комплексы. Какие? Поделись о своих комплексах. У меня их уже нет. Ну, а тех, которые были? Не буду. Че, стесняешься? Нет, вообще нет. А че тогда? Ты не поймешь. Что, одна грудь больше другой? Показать хочешь? Да. Ты мне хочешь поделиться свои сиськи? Спокойненько. А без? Нет. Вот. Что-то на самом деле похуй. Ты что, винишку не пьешь? Защита мне, не знаю, не хочется. Не нравится белая скоба? Можно, кстати, тут на 13. Бля, я выключил. Ну, я всегда, когда беру телефон учить, я всегда выключаю первым делом. Да ладно, ну собаку увижу, отвечу. Нет, просто я что, типа... Сколько тебе дадут? 13. Ты думаешь, не стоило комплексовать, что у меня маленькие сиськи, и мне нужно ставить импланты? А в чем комплекс заключался? Соска больше, соски? Нет, просто большие сиськи не нравились. Ты их уменьшила? Ну ты видишь, что у меня сильно меньше, чем вот это? Ну я вообще тактильный человек, мне надо потрогать, чтобы понять. Ну не получится. Почему не получится, то сразу? Это же легко делается, просто раз рукой и все. А? Подеремся. Да зачем драться? Ты что, бешеная, что ли? Ну типа. Да, хуёво. Я люблю адекватных девочек. Ну хотя как адекватно. Жалко тебя. Адекватных в моем понимании. Угу. Я поняла. Ну, то есть для меня, допустим, ну, поняла, адекватно, когда девчонка нормально относится к тому, что там парень может до нее дотронуться. А для меня неадекватно, когда девчонка начинает строить из себя такую типа порядочную девочку и типа ломаться, как будто вот я такой дурачок, не понимаю, вот что ты это делаешь, например. И что я делаю? Типа ломаюсь, по-твоему? Не, я не про тебя, я тебе в целом говорю, почему ты стрелочка. Я в целом так говорю. Да? Ну, типа. Ты губы накачивала себе или у тебя такие от природы? Ну, прикольно губы, кстати, красивые. Спасибо. Такие большие. Да. Я знаю. Ну да. Спасибо. Молодец. Что знаешь? Еще бы ты не знала. Что у меня большие губы. А ты вообще накачиваешь живую? Нет. Почему? Мне не подходит. Ты что, такая страшная, что ли? Наверное. Или, может, высокая слишком? У многих чуваков, кстати, комплекс есть, вот, который ниже 175. Ну и правильно, почему комплексуют? Да почему? Ты что, совсем что ли? Я охуела, блядь. Ну, блин, ты не портит мне жизнь. Тебе? Just joke. Не, на самом деле, это очень, типа, грустно. У меня был первый бывший, наверное, был 1,69 м, наверное, не знаю. Вы такие метр маленькие 71. Были, или он еще не вырос просто, или что? Я тебе сказала, что он старше, чем ты. А, да?
Нихуя, прикольно. Ему ты ему, получается, ему 39, он тебе... Ему 29 сейчас. Сиськи тебе дошел? Не, ну он был таким просто, типа, был сухником, мне не понравилось. Вот мне, кстати, не нравится, не возбуждают прям большие такие переростки. Такие, знаешь, когда нога такая здоровая. Это вообще... Какая? Нога у тебя... Вообще... Еще и губы какие-то большие. Когда губы, это вообще пиздец. И сиськи сделанные. Не, ну, кстати, сделанные я трогал, и не могу сказать, что это прям как-то супер разъёб. Это эстетично выглядит красиво, возможно, но... Не знаю, короче, прям вот в сексе, типа, когда ты трогаешь, ты всё равно чувствуешь не настоящее, а как будто... Я представляю. Ну, почему, да? Если вшить под мышцу, то будет чувствоваться так же, просто будет он ощущение визуальное. Всё равно ощущается, что пугость не та. Просто у меня не есть чем сравнить. Нет, если ты просто, наверное, сравнивал еще типа про вшитые под железу, а не под мышцу. Там разные есть техники. Вот, я хуй знает, я не уточнял. Ну, она у нее была больше по мужскому типу сиськи или по женскому? Ну, типа у нее были сиськи такие, или просто типа сама грудь маленькая, но просто увеличенная? Сама грудь маленькая. Ну, типа, что было, сама сиська большая или вот именно грудина большая? Блять, не знаю. Ну, скорее всего, сиська, потому если она не задумывалась о кормлении детей. Бля, я вспомнил эту девчонку. Какая стая плюс? Это когда я с Казахстана прилетел. Ну, это когда примерно какое-то первая 50-ка или вторая. Что ты доебалась до меня, блядь, со своими числами? Ну, тебе же было важно сказать, что у тебя было 100 плюс. Тебе же было важно узнать, сколько у меня было девушек. Так ты первый спросил, я был так из вежливости. Нахуя из вежливости? Я почему спросила? Из какой вежливости, я, по-моему, кстати, просто спросила, а у тебя с шуткой, типа, парней сколько было? А. Да не, у меня было две девушки, на самом деле. Mm-hmm. Я вообще не бабник. Там ничего, ну, все. Ну, все, да. Я... Типа, как будто там где кровать не в сперме, да, хочешь сказать? Ну, можешь пойти облизнуть или понюхать. Не хочется, знаешь? Да, по тебе не скажешь, что не хочется. Ну, ты тогда еще извращенка, любишь всякие вот эти истории. Конечно, конечно. На что ты мастурбируешь, кстати? Ни на что я не мастурбирую. Ты вообще не мастурбируешь, ты себя не изучаешь, да? Типа, ты не умеешь оргазмировать. Только с парнем. Угу. А если у тебя парня нет, тебе похуй, ты не возбуждаешься, ты не думаешь о сексе. Ты не увлажняешься там, это вся история? Да. Реально. Я вот реально не понимаю таких девчонок. У меня высокая либидо, когда я в отношениях. Адски высокая, а так нет. Типа меня может возбудить как молодой человек, как будто бы. Человек, который мне интересен. Интересно. Вот мне то ли везет, так знаешь, вот на девственниц таких. То ли я не понимаю, у меня какая-то карма, может, или что? Я какую-то миссию должен выполнить. Что, перетрафить нас? Да, что со мной не так? Вылечи меня как психотерапевт сейчас. Я не психотерапевт, начнем с этого. Ну, будешь. Ну, это когда будет, или через 6? Бля, не успеем. Типа, тебе потому что в 27-м году ты собираешься умереть тогда? Нет, к тому времени... Ты такой, я пойду в клуб 27. Вот, кстати, меня это напрягает, что мне об этом говорят постоянно. Намек вселенной, как будто, ну, знаешь. Ну что, ты до возраста Иисуса доживи еще сначала. Что это было? Или Христа 33. А, да, еще не знаю, знаешь. 5 лет. Не, я до 27 планирую. Зачем? Дожить? Да. Ну хер его знает, я бы сейчас сдохла с радостью. Ну, ты пессимистка? Да мне все равно, нет. Я не знаю, по настроению. Ты панк? Нет. Ты похож на панку? У меня воняет, типа? Ну да. Блин, класс. Мусор прямо. И голова не мытая. Ну да. Класс. Ну, ты спросила, я ответил, типа. Ну, получается панк. Получается панк. Ну что, ну... Крутая, получается. Ты руку потом помой, да я не моюсь. Да я, конечно. Я же панк. Потом хлоргексидином себя полностью обрабатывать буду. Ну всё, и диван. И диван, да... Блять, вообще все, я приглашу клинера. Я клинера приглашу, миноксидил, он придет, опрыскает тут все. Давай. 20 часов пройдет, ну это тоже. Угу. Тут, кто знает, там, что у тебя из этих дырок выходит. Ну да, я охеренно сосу. И что, вот ты любишь сосать, получается, ты делаешь глубокий минет? Да. А ты сперму глотаешь? Глотаю. Идеальная женщина получается? Получается так.